Тут даже какой-то подвал был. Ну вот я смотрю, есть парадный вход. Ну как парадный. О, ничего себе. Представляете, какой древний компьютер здесь был. Крышка от него передняя осталась. Лестница. Надо запомнить. И чё, всё что ли? И дальше вышли на улицу. 1987 год. А рядом 1989. Ну ладно, поднимемся по лестнице. Тут явно батареи висели. А, вот он. Этот, как его? Вход-то. Я так понимаю, это лифт был. Шахта затоплена, закидана мусором. Даже тут кто-то пытался кататься на пожарных рукавах. Ладно, идем вниз. Ой, вниз, наверх. Так, мы оттуда пришли. Ничего себе. Слушайте, это у меня так батарейки не хватит снимать это все. Тут был лифт. Просто комната. Да все одинаковое. Все одинаковое. Даже непонятно, куда ведут, куда ведет эта лестница. Так, понятно, тут дверь упала. Ядрит Мадрид. Как после бомбежки. Жесть. Я уж честно что-то не посмотрел, сколько здесь этажей. Да, блин. Здесь то же самое.
Это мы что, на крышу что ли пришли? Здесь вот был лифт. А, и вон она, шахта туда пошла. Здесь, скорее всего, была вентиляция. Хотя вон дальше тоже какая-то комната идет. Ну, получается, что надо туда выйти. Здесь тоже прохода нету, да? Ну да. Здесь тоже прохода нет. Значит, двигаемся сюда. Ну, залезли мы. Честно говоря, даже не понимаю, зачем мы сюда залезли. Потому что здесь какой-то трэш. Пройти туда невозможно. Но я могу вам показать, что с этой стороны и что с этой стороны. Потом вот так вот вниз опустить, и вы начинаете понимать, в какую жопу я попал. Вот, поэтому мы аккуратненько отсюда удаляемся, чтобы у нас здесь случайно что-то не сломалось под ногами, и мы не улетели вниз. Вот туда. Так, выключаемся. Пока. Забрались мы на самую крышу. Отсюда, ну, уже так более-менее можно понять, что это за объект. Вот не знаю, в это здание идти, не идти. Здесь черт. Какое-то засыпанное здание. Везде тут растут деревья. Ой. Это, я так понимаю, вентиляция. Да. А это, я так понимаю, я даже не могу понять, что здесь вообще было. Тут, походу, вентиляция была. Я так подозреваю. Подозреваю. А там не знаю, конечно. Там смотрю, на ту сторону что-то там выходит тоже. Красота, конечно. Неописуемая. Осень, заброшка, и вороны летают. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это получается, я на седьмом этаже. Вот. Ну, короче, в соседнее здание идти я как бы не вижу смысла. Вот. Потому что оно идентично тому, по которому мы сейчас ходим. Единственное, только оно, это, как его, здание с тем соединено вот такой вот перемычкой. Вот, но не знаю, стоит ли туда идти. Вообще, короче, я тут
полазил. И понял, что это, блин, реально какой-то военный объект. Такой, причем грандиозный. А, ну вот, видите, я сюда не смогу подняться, потому что половина лестниц тут нету. Я уж, честно говоря, даже запутался, откуда мы пришли. Но здесь тоже наверх не выйдет, потому что нету никаких лестниц. Вот здесь кусок плиты упал, видите, соответственно, прислоняться я бы не стал на самом деле, потому что вот там что-то порвалось, тут болото какое-то. Сейчас так попробуем эту часть обойти. Вот там какое-то здание в лесу стоит. А вот оттуда мы пришли, все ясно. Ага. Ну, это получается, мы просто все вокруг обошли.